призыва, среди добровольческих автоматических деяний, учреждения и организации, представляющие более 15% всей экономики города. Вы в числе 6 отраслевых организаций, представляющих все российские профсоюзы, народного образования и науки, здравоохранения, культуры, жизнеобеспечения, государственных учреждений и общественного обслуживания военнослужащих, а также первичные профсоюзные организации предприятий и учреждений города. Отдельное место в профсоюзной колонии традиционно занимает образовательное учреждение профсоюзов Институтской экономики и права Московской академии труда и социальных отношений, которые много лет готовятся городом профессиональные кадры, активно работающие на благо любимого города. И в Московской профсоюзе имени главы времени и какие замечают многие вопросы социальной народной правильности. Работать в рамках Севастопольской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Многочисленные комиссии и рабочие группы создаваемых на уровне правительства города Севастополя. За достойный труд, за справедливую социальную политику. Именно этот урок наиболее точно обращает цели, стоящие сегодня перед профсоюзом всей России. Начальник телефонной